Привет, ребята, с вами Данил, вы на канале Cool Boys. Сегодня мы будем тестить чехол водонепроницаемый. Не знаю, кто производитель вообще вот этого чехла, но ссылку в описании, то есть готовитель. Приятного просмотра. Так, прошел я полпути от отеля. Я думал поснимать вам всю ту красоту, которая находится у берега Адриатики. Ну, блин, я буду это делать сейчас. Run. Привет. Поснимал я более-менее окрестности вот этого берега, забрал свои чуни. Сейчас я являюсь к своему местоположению, там где мой папа, и я буду плавать в море. Если бы у меня была экшн-камера, были бы кадры намного интереснее. Так, кстати, ребят, да, купил себе чехол водонепроницаемый. Но, честно, я забыл купить дополнительные гаджеты для того, чтобы протестировать его, знаете. Береженого Бог бережет. Я не собираюсь портить свой телефон ради какой-то херни. Хотя да, почему я говорю херня? Потому что конструкция, в которую ложит телефон, она ненадежная. Хотя через поверхность, в которой она находится. И вот, кстати, неплохое место. Вот здесь вот. Здесь можно было, кстати, попрыгать. Но я этого делать не буду. Там мой отец находится. Фух. Получается, это такой бокс, который не пропускает просто воду и все. Ну, водонепроницаемый чехол, что от него можно ждать, в принципе. Ну да. Китайская херня, наверное, какая-то. Так, тут надо пройти. Вон мой отец лежит, камни. Вон мой папа. Ну все, мы сейчас будем отдыхать. Пока. Сейчас на мне вот такая вот маска замечательная, которая защищает мои глаза от солёной. Теперь я буду готовиться прыгать. Может быть, сюда. Могу, в принципе, сюда прыгнуть, мне все равно. Сейчас буду собираться купаться.